Сегодня прокурор огласил обвинительное заключение, которое было стандартно для такой категории дел. Хотя каких-то объективных действий наших подзащитных, в том, что они пытались свергнуть конституционный строй Российской Федерации, либо совершали какие-то террористические действия, естественно, в обвинительном заключении, к сожалению, уже констатируем, естественно, в обвинительном заключении не было. Сначала гособвинитель оглашал по факту протоколы. Такой-то свидетель опознает такого-то обвиняемого, что он является там членом террористической организации. После возражений защиты протоколы были заново оглашались в полном объеме. Статисты, то есть те люди, которые стояли рядом с нашими подзащитными, абсолютно не соответствовали по типу, по национальности, по внешности, по возрасту. То есть опознать, допустим, Османа Арифметова, который был на момент опознания с бородой, относительно двух других лиц, которые были гораздо старше его, еще и славянской национальности, не представляло никакого труда. Кроме того, в ходе исследования этих протоколов защита обратила внимание на то, что статисты, которые стояли во время опознания с нашими подзащитными, собственно, были одни и те же. То есть менялись обвиняемые, оставались одни и те же статисты, в связи с чем так называемым секретным свидетелям никакого труда не составляло указать на тех людей, которых они якобы должны были опознавать. И именно поэтому защита намерена на следующее судебное заседание подготовить ходатайство о недопустимости подобных доказательств в виде протоколов, следственных действий в виде опознания. Один и тот же статист принимал участие на одном опознании с одним секретным свидетелем в отношении моего подзащитного шейха Алиева Рустема, а также спустя несколько дней принимал участие также в качестве статиста уже на другом следственном действии, где опознающий был другой засекреченный свидетель. Следующее судебное заседание состоится 6 апреля 2021 года. Пока обозначено именно это здание Южного окружного военного суда на проспекте Михаила Нагибина в 10:00.